За один день до своего дня рождения, 9 апреля, в возрасте 53 лет, погибла российская актриса дубляжа Елена Шульман. 7 апреля ее сбил троллейбус. Она твоя напарница по лабораторным? Ты спас ей жизнь? Чувствуй луну! Ночное небо чисто! Если хотите увидеть продолжение, заходите на мой YouTube-канал Hypology и смотрите большой выпуск о том, кто из известных личностей умер в 2023 году.